Трасса 101. Приветствую, в эфире Трасса 101. Владимир Сметанин не нарушает. Почти. В начале осени в России бензин и дистопливо могут подешеветь. Немного. Никто не говорит, что это связано с предстоящими выборами. Мол, все в рамках правительственного противодействия росту цен на автомобильное горючее. Власти обязали нефтяников нарастить поставки топлива на биржу, исходя из логики, что приоритет предложения над спросом снизит цены. Дальнейшее развитие событий эксперты предсказывать пока не берутся. Трасса 101. Скрываться от долгов становится тяжелее. По всей стране начали практиковаться совместные рейды сотрудников ГИБДД и службы судебных приставов. Выявлять неплательщиков в автомобильном потоке им помогает специальная камера, которая подключена к базам госавтоинспекции, ФССП и налоговой службы. При выявлении должника стражи дорожного порядка его тормозят, а приставы предлагают уладить дела с непогашенными платежами. На авто злостных неплательщиков накладывается арест. Трасса 101. МВД не оставляет попыток что-то сделать с техническим осмотром. Недавно ведомство предлагало отменить его для физических лиц, но эта инициатива в верхах поддержана не была. Теперь полиция выступила за упрощение процедуры ТО. Из нее могут исчезнуть проверка наличия аптечки, огнетушителей и знака аварийной остановки, проверка работоспособности стеклоомывателя, уровня СО2 в выхлопе, уровня шума выхлопной системы и так далее. Все это МВД обосновывает стремлением увеличить пропускную способность пунктов ТО и снизить финансовую нагрузку на их владельцев. Трасса 101. Из-под колеса находящегося впереди автомобиля в лобовое стекло прилетел камень, ну или какая-нибудь железяка. Стекло вдребезги. Является ли это правонарушением и должен ли метатель, в кавычках, предмета возместить ущерб пострадавшей стороне? Нет. Такое решение принял Верховный суд, изучив обстоятельства вышеописанного события. Оно случилось в Амурской области. Все просто. Водитель авто, который двигался первым, ПДД не нарушал, как и правил эксплуатации транспортного средства. Штуковина, которая валялась на проезжей части, не является частью машины-ответчика. Она оказалась там случайно. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте Хакирова. До свидания. Трасса 101.